Еще один матч 8-го тура первенства ВХЛ сезона 19-20 прошел во дворце Чебоксары-Арена. На льду снова встретились чебоксарские «Богатыри» и саратовский «Кристалл». В начале декабря «Богатыри» уже провели 3 выездных матча с «Кристаллом» в Саратове. 2 встречи завершились в пользу хозяев льда – 2-1 и 7-4. По результатам одной игры победу праздновала чебоксарская команда со счетом 3-2. В этом матче чебоксарские «Богатыри» уверенно заявили о своем намерении победить. Во втором периоде шайбы просто летели в ворота противника. Только после первого периода счет составил 3-0 в пользу «Богатырей». Счет 8-0 уверенно закрепился во втором периоде. 9-ю шайбу в воротах противника судьи не засчитали. Хоккейный клуб «Чебоксары» взял убедительный реванш за 2 поражения в Саратове. Эта победа вновь вернула «Богатырей» на 3-е место в турнирной таблице. Окончательная большая тройка определится после еще 2 матчей 14-15 декабря, где «Богатыри» также встретятся с саратовским «Кристаллом».